месяц жду, я два жду, я три жду. 70-летняя Валентина Владимировна Луговская уже несколько лет живет в многоэтажке в центре Алматы без горячей воды. Женщина поставила пломбы на трубы. Причиной демарша стала очередная коммунальная авария, в результате которой вся пенсия ушла на оплату сантехников и последствий потопа. Теперь она вынуждена обходиться без горячей воды. Это накладно, как пенсионерки. Я хожу к родственникам мыться. Да. А я не пользуюсь. У меня как был куб, пусть они его 5 раз фотографируют, он у меня и есть. И таких по стране уже немало. Общий долг за коммунальные услуги составил более 7 миллиардов тенге. Причиной тому не только тарифы. Чаще всего люди отказываются платить за несуществующие услуги, ведь вписанные тарифы в их квитанции никто не обосновывает. Вам пишут ТОО, горячей, холодной воды, канализации. Так ты же и платила вот в этом расходы на содержание жилого фонда. Ирина Савостина, лидер движения «Поколение». А тебе второй раз поставили, ты платишь. Дежурное освещение, ты его тоже оплатила. Уборка придомовой территории. А сколько территории принадлежит твоему дому? Твоему дому принадлежит 90 сантиметров от фундамента. А тебе пишут по площади квартиры. Они что, у тебя веником мотают в квартире? Почему столько пишут? Почему вы не задумываетесь на это? Это очень большая проблема отсутствия информации. Нурлан Туралиев, заместитель руководителя управления жилищной инспекции города Алматы. То есть КСК не предоставляет информацию об оказываемых им услугах. Люди не знают, что входит в перечень этих услуг, да, что входит в перечень платных услуг. То есть абсолютно неинформированность людей, и она влечет за собой, естественно, отказ от оплаты. Да. И, кроме того, неудовольствие, да, тем, как сказать, оказываемыми услугами, когда там постоянно грязный подвал или подъезд или еще что-то. Опять же, тоже влечет к тому, что... после этого как бы КСК жалуются на что? На то, что им не оплачивают, у них недостаточно средств. То есть, видите, здесь получается замкнутый круг. Тарифы в Казахстане разнятся не только между регионами, но и между районами одного города. В квитанциях об оплате коммунальных услуг могут стоять совершенно неожиданные графы. Причем богатые тоже плачут. Их счета порой достигают до 50 тысяч в месяц, а число приписанных граф составляет 5-6. Накануне президент страны Нурсултан Назарбаев на встрече с акимами задался вопросом, почему нет порядка в тарифах и куда уходят оплаченные потребителями деньги. Созданная 2 года назад жилищная инспекция проблему пока не решила. Вот в настоящее время вот образована жилищная инспекция, это 2 года назад, да, и она, как ее деятельность так постепенно набирает обороты, так как тоже нужны, опять же, изменения в законодательство, чтобы они могли полноценно проверить данное КСК и принять к нему меры. То есть сейчас у нас единственная мера – это выдача предписаний. То есть, выдав предписание об устранении нарушений законодательства, да, мы приходим к тому, что оно не исполняется, и за его неисполнение опять нет ответственности. Между тем, по данным Национальной палаты ЖКХ и строительства Казахстана, сегодня в стране насчитывается свыше 160 тысяч жилых домов. Они управляются почти 8700 КСК. В среднем на один КСК приходится 18 многоэтажек. Около трети всех жалоб в Лигу потребителей Казахстана связаны как раз с работой КСК. Жители недовольны ремонтом домов, работой сантехников, неубранными дворами, завышенной оплатой за содержание. КСК действует с 96 года по настоящее время. И не везде они показали себя на высоком уровне, даже там на среднем. Да? То есть эта схема управления, она в настоящее время для нас сложновата. В связи с чем? В связи с тем, что снять председателя КСК, там, решить какие-то финансовые вопросы, возможно, только общим собранием жильцов сделать. Даже выйти из состава КСК, перейти в другое КСК, это должно быть общее собрание жильцов домостроения, да, одного домостроения. Что у нас зачастую сложно.
Снять председателя КСК действительно непросто. Для этого нужно инициативной группе назначить собрание, создать там кворум, а это 2/3 жильцов, принять решение провести письменный опрос всех жильцов. В опросных листах должны быть указаны вопросы повестки дня. И только если будет собрано 2/3 голосов жильцов, то можно приступать к смене председателя КСК. Такая же головная боль и с назначением нового главы кондоминиума. Сейчас у нас 1000 КСК. Парикмахерша, продавец, маникюрша, кто хочешь. Но бабы знают, где украсть и куда спрятать. Кто-нибудь когда-нибудь подумал о том, что вот эта жилищная вот эта вот проблема – это стратегическая отрасль? Аким Астаны Имангалит Исмагамбетов уже поставил четкий вопрос, почему 60% КСК не обслуживаются в системе единого расчетного центра. Он провел трехстороннюю встречу с руководителями Ассоциации защиты потребителей и Ассоциации КСК. На собрании были подписан меморандум о взаимодействии и совместной работе в этой сфере. В итоге будут созданы механизмы для перехода КСК в систему единого расчетного центра. Предварительно их будут также проверять фискалы. Нужно государству заняться этим вопросом. Мы приватизировали только квартиры, а дома остались в ведении государства. Будь любезный и командуй этим парадом. Всех этих прихлебаев, этих всех КСКовых под зад коленом вышибать надо. Ну и в настоящее время прорабатывается вопрос о создании вообще единой по республике базы данных. Это даст, во-первых, учет, во-вторых, контроль. Также прорабатываются изменения в законодательство по расширению полномочий жилищной инспекции. Ведь создавалась она не для того, чтобы одни только предписания выписывать, но и контролировать КСК, отстаивать права собственников жилья. В настоящее время сложилось такое мнение, что сам институт кооперативов собственников квартир, он недостаточно у нас законодательно урегулирован. То есть без госвмешательства здесь никак не обойтись. То есть в связи с этим мы рассчитываем на расширение полномочий жилищной инспекции, которая в настоящее время занимается их проверками, более 50 проверок провели, но чтобы были реальные рычаги воздействия. Между тем и сами собственники квартир должны понимать, что без их участия проблема не решится. Часть квартир сдается в аренду. Часть собственников как бы инертна в данном вопросе, то есть просто не выходит на собрание, да, и не подписывает документы. Что говорить об участии в принятии глобальных решений по управлению своими домами, если многие из нас не готовы даже к экономии? Нужно просто поменять свою собственную психологию и... Александр Головацкий, директор товарищества с ограниченной ответственностью, инновационные технологии в автоматизации. Для того, чтобы снизить это энергопотребление. Это своего рода культура экономии. Могу привести простой пример. То есть вы, например, решили попить чаю. Включаете электрочайник, наливаете полный, нагрели, попили кружечку чая, даром нагрели 1,5 литра воды. То есть если бы вы налили просто 1 стакан воды, чайник бы на 10 минут быстрее бы подогрел эту воду и не потратил бы лишнюю электроэнергию. Сегодня уже каждый может установить в своем доме светодиодную лампочку, приборы, регулирующие уровень тепла, электроэнергии, воды. При том, что все эти устройства доступны по цене и по качеству. Эксперты посчитали, что потраченные 20 тысяч тенге на энергосберегающие приборы окупятся через год, а дальше будут только сокращать наши затраты на коммуналку. Эксперты подсчитали, замена обычных лампочек со стоимостью 150 тенге на энергосберегающие по цене 800 тенге за штуку дает 10-кратную экономию потребления электроэнергии. На Бога надейся, а сам не плашай, гласит всем известная поговорка. Когда-то ведь и жилищной инспекции тоже не было, а благодаря жалобам и судебным разбирательствам жильцов она появилась. И сейчас будет не только контролировать денежные потоки КСК, но и принимать участие в собраниях жильцов и привлекать к ответственности нерадивых управленцев. Глядишь, и необоснованным тарифам тоже придет конец. Главное, не оставаться от этого в стороне.